Здравствуйте! Зовут меня Тамара Викторовна, и сегодня мы с вами займемся задачами, которые входят как и в ОГЭ, так и в ЕГЭ. Значит, встречаются эти задачи во многих тестах и почему-то вызывают очень большое непонимание у учащихся. Итак, задача номер один. Расстояние от Солнца до Юпитера равно 779 миллионов километров. Сколько времени идет свет от Солнца до Юпитера? Скорость света равна 300 тысяч километров в секунду. Ответ дайте в минутах и округлите до десятых. Давайте для начала переведем 300 тысяч километров в секунду. Мы с вами переведем в километры в минуту. Для этого мы умножим на 60. Почему на 60? Потому что в одной минуте 60 секунд. Получаем 18 миллионов километров в минуту. Значит, когда мы это с вами вычислили, дальше задача решается по формуле. У нас есть расстояние, есть скорость, и t равняется расстояние, деленное на скорость. Подставляя, мы получаем 779 миллионов. Мы делим на 18 миллионов и получаем приблизительно 43,27 и многоточие. То есть, другими словами, когда мы округляем до десятых, это будет 43,3. Это была задача номер один. Задача номер два. Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 150 км в час, проезжает мимо столба за 6 секунд. Найдите длину поезда в метрах. Первое, что надо сделать, это километры в час нужно перевести в метры в секунду. Итак, как это делается в физике? 150 км в час. Мы с вами должны 150 умножить на 1000, потому что в одном километре 1000 метров. А теперь мы с вами просчитаем, сколько в часе секунд. В одном часе 60 минут, в минуте 60 секунд, значит 60 умножить на 60, это будет 3600. Затем можем сократить с вами. Если мы 1000 сократим на 100, то это будет 10,36. И затем мы с вами получаем, что можно сократить еще на 3, то есть будет 50,12. Ну, далее можно выполнить еще сокращение, а можно оставить так. Получаем 512. Вот с этой скоростью 500 поделить на 12 метров в секунду он проезжает мимо столба за 6 секунд. То есть 512 мы умножаем на 6. Первых сокращаем и получаем 500 поделить на 2, то есть 250 метров. Значит, какую формулу мы пользовались? Мы с вами скорость умножали на время и таким образом получали расстояние самого поезда. Значит, ну вот вы видите, что вычисления в этих задачах, они должны использовать физику.
Задача номер 3. За 20 минут велосипедист проехал 7 километров. Сколько километров он проедет за 35 минут, если будет ехать с той же скоростью? Итак, мы с вами напишем нашу формулу. S равняется V умножить на T, то есть расстояние равно скорости, умноженное на время. И далее мы с вами смотрим, что же мы можем сделать и можем ли мы просчитать по этой формуле. Да, эта формула привычна, да, по ней хочется решать. Но эту задачу легче решить, оказывается, при помощи пропорции. Поскольку здесь прямая пропорциональность, то мы можем записать, что за 20 минут он проехал 7 километров. Нам надо узнать, сколько он проедет за 35 минут, если будет ехать с той же скоростью. Поэтому x равняется 7 умножить на 35 и поделить на 20. То есть, когда вы просчитали, получили 2,45. Следующая задача номер 4. Бегун пробежал 50 метров за 5 секунд. Найдите среднюю скорость бегуна на дистанции. Ответ дайте в километрах в час. Итак, задача очень простая, и вот здесь как раз можно воспользоваться нашей формулой. То есть скорость равняется расстояние, деленное на время. 50 метров мы делим на 5 секунд и получаем 10 метров в секунду. Единственное, что здесь вызывает трудность, вот эти 10 метров в секунду надо перевести в километры в час. Вспоминаем физику. 10 метров в секунду умножаем на 3600 и делим на 1000. Откуда взялись эти величины? Значит, у нас с вами метры в секунду. Значит, метры в одном километре 1000 метров. Мы делим на 1000. И в одном часе 3600 секунд, так как мы это уже разбирали в предыдущей задаче, отсюда мы получаем, что у нас скорость бегуна 36 км в час. То есть ответ будет 36.